available in 4K ultra high definition, and Sky and BT customers can download the BT Sport app to watch this game. Lindsay, thank you. What a party season they've had here, and suddenly the theatre is dreaming again. On earth would they win here? Except, of course, for the Cup's delicious habits of ridiculing logic. For Lukaku and Sanchez, the United 11 offers competition debuts to Diogo Dalot and to Fred. Of the management, Redinger, always experimental right now. They bring back skipper Liam Moore in central defence to the disappointment in Rina Motta's performance. He's a good all-rounder and they'll need his midfield drive. They've lost to championship opponents Derby in the Carabao Cup in September. And do remember, these days are the 7th. He has played in 3 of the last 4 cup finals and scored in 2 of those. Some more urgently than them could do with the recuperative powers of this competition. Ничего похожего на подсадку Лукаку не изображал. Вот Джон Оши. Это не намек. Не думаю, что это можно так тавтологией считать. 20 для Лукаку. Тот сразу назад на Фреда. Мактоминей, Алексис Санчес. Забегание Мата. Алексис бьет сам и едва не попадает. Давайте считать. Вот единственное второе касание было при доведении мяча до Алексиса. И тот позволил себе мяч немножко подработать. Бил очень зряче. Не просто и подстраховки нет. Вполне можно пытаться обыграть. Проходить в центр. Из фланга атака поддерживается. Ну что, Рыдинг хорошо до чужих ворот добрался. И не каким-нибудь навесом, да, и... Энди Ядом бил из вполне удобной ситуации. Пожалуй, даже более удобный, чем была у Алексиса. Немногим раньше. Да, Санчес один на фланге. Доводит мяч. Фред. Мата. Мата в штрафной бьет Фред. И если он и был в офсайде, похоже, что так, то судья обязан 11 метров ставить. Потому что уже сбитый Мата передачу-то делал на Фреда. Вот, возможно, тот и был в офсайде, но Мату самого сбивали. Не любит забивать на 22-й, 23-й ждет Хуан Мата. Нет, все равно забил на 22-й. Манчестер Юнайтед 1-0. Но исполнение идеальное, достаточно плотное, тут точно в угол. Даже если бы угадал вратарь, ему было бы крайне сложно вытащить этот мяч. Нет, второго не поставлю, пока у Манчестера получилось проникающий, острый через центр. Да, попал мяч в руку. Не, ну два за 2 минуты было бы, наверное, слишком. Тут где мяч попал еще? Штрафной или за ее пределами? Надо разбираться и опять на 10 минут игру остановить. Тараном на чужую оборону, уже до штрафной споткнулся, а мяч бьется левой, и финский голкипер. Ну, отдай же пораньше, конечно. Лоудер 1-1. Обыгрывает Ромеро. Не острый ли угол? Не слишком ли быстро мы бежим, подумали полицейские. Помните принц Флоризеля? Так, по-моему, сейчас и Лоудер, обыграв, посмотрев, дождался того, что Ромеро самолично туда прибежал, и мяч у него из-под ног выбил. Ну, вот это шикарный момент Рединг упускает. Контратаку хорошую. Мата в центре поля. И по ногам получает Фред.
ситуации, когда, как мне кажется, этого можно было избежать. Просто уже решение ни пяди не уступим, оно сидело в голове. Ну да, прибежал, в мяч не успевает явно, что удержать, остановиться не смог. Нет, удержать себя не смог. Так может у МЮ получиться. Алексис Санчес в штрафной уже на мяч из-под ноги у него убивает. Сам идет до конца. Судит их по-разному арбитры. Кстати, внимание, Рединг атакует удар. Ну разве это удар? Это ударчик. Просто не получилось. А ведь там еще численное преимущество было. Четверо против троих после чудовищной ошибки Перейры. Решил Харриет ударить. То все полотерствовал. А как трое своих, так делиться не захотел. То, что он техничен, мы знаем. Ядом. Удар по воротам. Но Ромеро тут мяча и ждал. Поэтому внешне очень спокойно. Он с ним разбирается и будет угловой. Но тут даже не кавалерийский наскок. Тут просто технарь Свифт и Ядом Вазилем разбежались. Да. Впереди Лукаку. Пас ему на грани офсайда. Он обыгрывает вратаря и забивает мяч в ворота. Сейчас посмотрим, что с офсайдом. Но сыграл он великолепно. Он, во-первых, открылся на этой линии офсайда. И тут же получил передачу. С точки зрения вот хронометриста вовремя нет. Мы увидим, что передача была отдана вовремя. Алексис большой молодец. Вот в этот момент нет офсайда, свободная зона. Очень здорово покатил Алексис. Ну и дальше он показал, что немножко он получше играет в футбол, чем Лоудер. Английские обязательно нам бы об этом напомнили. Тайм длился долго. Есть ли переговоры с взирая на свой невысокий рост. Рейдинг. Маклири уверен в своей скорости. Передача на Лоудера. Свифт. Не было игроков соперника, игроков МЮ. Посмотрите, вот сейчас Лоудер отдает передачу Свифту. Газон отличный на Олд Траффорд. Но не очень удобный пас. Уж на 3 метра стоит, да? Свифту мяча. Скорее для подачи. Я, может быть, и для удара. Удар поворотом в створ. Ромеро мяч этот легко вылавливает. По высоте Свифт обвел стенку очень легко. Ну а больше ничего не получилось. Дают. Ох, нашел вариант! Удар Харриета! Хорошо разобрался Алука. Ведь хотел бить, но не давали, да, все. Под ногу и удар, где Ромеро просто спас свою команду. Но вообще-то в офсайде был Харриет в этой ситуации. Не он один, да, но и он тоже. Значит, Лукаку важнее в данной ситуации. Не зря провел этот час на поле. А вместо него Маркус Рашфорд появляется. У меня было ощущение, что хотя ни тот, ни другой ничем не владели, но все равно траекторию соперника Джонс перекрывал осознанно. Выцарапал мяч. Уже в штрафной Эшли Янг. Ух. По сути, сам и бил
с использованием ноги Мурана Феллаини как приспособление для взятия ворот. А не получилось, но Янг здорово пробрался.